Саламатсыздар, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Друзья, у нас сегодня тема достаточно обширная. Первая часть – это я хотел бы рассказать, чем отличаются партии от политических движений и почему нужно эту тему поднимать. Я слушаю чат, регулярные голосовые сообщения и комментарии. Я обратил внимание, что в последнее время наши участники просят комментарии по тем или иным заявлениям, которые прошли на этой неделе и на прошлой неделе по созданию партий в Казахстане и за пределами Казахстана. Спрашивали мое мнение. Вот. В этой связи я хотел бы, наверное, четче изложить, потому что по комментариям я вижу, что наши сторонники очень плохо понимают, что такое партии, что такое политические движения, какие цели преследуются и так далее. Вот. И поэтому я сегодня хотел бы какое-то время посвятить этому вопросу. Это очень, на самом деле, важный вопрос. Дело в том, что мы сейчас являемся именно политическим движением, не партией, именно политическим движением. Более того, я вам так скажу, в нашей стране политическую партию создать, зарегистрировать невозможно. Можно зарегистрировать только тем, кто имеет прямые отношения с этой властью. И за пределами Казахстана называть себя политической партией – это просто, скажем, непонимание, что такое партия. Или, говоря четче, это просто определенное отсутствие грамотности в этом вопросе. Вот. И чтобы сегодня эти вопросы были понятны, чтобы быть политически грамотным, я хотел бы откомментировать, что такое партии, что такое движение, как они функционируют, для чего они нужны. Дело в том, что мы говорим о том, что после того, как политическое движение «Демократический выбор Казахстана» добьется смены режима, и после этого будет организовано временное правительство. Это временное правительство будет работать не более 6 месяцев. В состав временного правительства, как я озвучивал, будут входить наши сторонники, именно временное правительство, в большей степени те, кто проявил себя в борьбе с этим режимом. Безусловно, на ключевые посты министры, акимы, руководитель национальной кампании на период 6 месяцев, безусловно, будут назначаться те люди, которые подготовлены, которые в состоянии управлять экономикой страны, быть министрами финансов, экономики и все прочее, имеют управленческий опыт. Требования достаточно высокие будут. Именно на тот период, когда будет работать временное правительство. Но затем, через 6 месяцев, когда состоятся выборы в парламент, когда народ будет избирать депутатов, а депутаты придут в парламент и изберут затем премьер-министра и министров, там уже требования будут сформулированы не временным правительством, а каким им областей и так далее. Эти требования будут сформулированы депутатами, представителями от народа. Именно депутаты будут назначать министра финансов, министра экономики, любых министров. Именно депутаты будут назначать премьер-министра. И сейчас я на самом деле хочу откомментировать первую часть, когда будет работать временное правительство. Очевидно, что именно демократический выбор Казахстана добьется перемен, добьется смены режима. Соответственно, те, кто добились смены режима и должны формировать временное правительство страны. Из вас, наверное, не очень понимает, почему движение «Демократический выбор Казахстана» затем не пойдет на выборы. Есть классическое понимание, что такое партии и движение. Партии борются за власть, партии имеют устав, в партии четкая иерархия, партия проводит съезд партии и назначаются различные органы управления. У партии обязательно формируется затем руководитель, разные руководители, руководитель разного направления. При этом это руководители, будущие руководители тех или иных отраслей или правительства. В этой партии обычно всегда
проявляются лидеры по разным направлениям. Например, выходит партия на выборы, и его лидер, лидер этой партии, однозначно позиционируется как будущий премьер-министр. Те или иные руководители тех или иных направлений, они позиционируют себя, например, будущим министром финансов, будущим министром экономики, будущим министром сельского хозяйства. И каждый из них, когда партия идет на выборы, публикует свои программы, программы партии по тем или иным направлениям экономики. Мы сейчас являемся политическим движением, потому что мы не можем и не хотим участвовать в выборах президентских, парламентских. Во всем мире именно партии участвуют в выборах. В выборах депутатов, в выборах президента и так далее. Именно партии. Именно во всех странах общественно-политические движения не участвуют в выборах во власть. В выборах участвуют именно партии, они борются за власть. Вот в чем отличие партии и движения. Партия должна иметь филиалы по всей стране, разветвленную сеть. Партия должна заявлять, что она борется за власть. Партия должна участвовать в выборах президентских, парламентских. Движение не участвует в выборах. А в связи с тем, что в нашей стране выборы нечестные, мы, как политическое движение, не можем выставить своих представителей участвовать на выборах. Мы и заявили, что мы движение, мы не будем участвовать на выборах и будем добиваться смены этого режима. Вот в чем отличие партии от движения. Далее. В политическом движении могут участвовать практически все, в том числе представители других партий. В политическом движении могут участвовать и иностранцы. Но раньше, например, когда было ДВК движением в Казахстане, членами этого движения были депутаты Европейского парламента, депутаты разных стран. Были иностранцы, которые тоже хотели и разделяли наши ценности как политического движения. В партии присутствуют только люди, скажем, взрослые, от 18 лет и выше. В партии иностранцы не могут участвовать. И партия набирает своих сторонников, которые четко разделяют ее принципы. Например, если мы, партия демократического толка, хотим построить рыночную экономику, не административную, не как в Советском Союзе, плановую так называемую экономику, то это так называемый коммунист, который придерживается этой коммунистической убеждения, они не могут присутствовать в такой партии, как партия «Демократический выбор Казахстана», потому что мы планируем построить рыночную экономику страны, как в ведущих странах Европы и США. И поэтому такого типа люди, которые имеют другие убеждения, не могут участвовать в партии. Сейчас же на данный момент на нынешнем политическом движении могут участвовать все те, кто хочет добиться смены режима, все те, кто разделяет наши программы, все те, кто считает, что в Казахстане должна быть парламентская республика, должности президента не должно быть. Собственно, вот в целом все наши заявленные принципы, если они поддерживают, то в политическом движении могут участвовать в том числе представители других партий, общественных объединений. В таком движении могут участвовать даже несовершеннолетние, могут участвовать иностранцы. Все те, кто разделяет принципы нашего движения. Когда демократические выборы Казахстана придет к власти именно на период 6 месяцев, мы дадим возможность, чтобы любой человек мог создать партию. И именно затем со своей партией пойти на выборы в парламент, обращаться к избирателям, получать поддержку и на голосованиях набирать, на этих выборах путем голосования набирать голоса избирателей. Здесь я вижу, Эрик приводит пример парламентской республики, что министр должен приходить в свои программы. Не так. Приходит партия. В этой партии есть лидеры тех или иных направлений. Будущие, как я сказал, министры и все прочее. Один министр не приходит просто так к власти. Он может представителем своей партии быть. И
Давайте мы не будем что-то выдумывать. Я, судя по вашим комментариям, вижу, вы просто, ну, что думаете, то и говорите. Парламентская республика, зайдите в интернет, и проще так. И мы же не изобретаем свой интернет, не изобретаем свой самолет. И по этому комментарию я вижу, что человек не понимает, не знает, что такое партия, парламентская республика, что такое министр. Я просто по вашему комментарию уже вижу. Поэтому давайте, ребята, образовываться и просто читать то, что есть в мире. Вот. Например, колесо – это то-то, то-то. Вы же не будете говорить, колесо – это совершенно другие функции. Давайте не изобретать то, что в мире уже давно изобретено. Итак, политическая партия в первую очередь борется за власть. Партия объявляет, что она борется за власть. Такая партия участвует в выборах. Выборах или в парламент, или на президентских выборах. Это первое важное требование, чтобы себя называть партией. И, конечно же, если партия участвует в выборах, она имеет своих лидеров, имеет председателя партии, имеет члена политсовета партии. И, как правило, эти лидеры, они заявляют о своей позиции в будущем парламенте, в будущем правительстве. Они говорят, выдвигают председателя на позицию премьер-министра и других руководителей партии на те или иные должности в правительстве. По-другому быть не может. Когда там кто-то заявляет, что заявлять о своих амбициях – это неправильно, это как сейчас быть космонавтом в детстве, это ребячество и так далее. Этот человек просто не имеет соответствующего образования, неплохо дружит с интернетом. Надо просто читать, как устроены в мире партии. Поэтому я сейчас буду максимально детально объяснять, для чего. Для того, чтобы, когда мы победим, будет временное правительство, важно, чтобы мы все, как избиратели, правильно отдавали голоса тем или иным партиям, чтобы мы не были в очередной раз обмануты, чтобы к власти не пришли непрофессионалы, неграмотные люди, которые не смогут справиться с управлением страной. И завтра вы, как избиратели, будете возмущаться. Он нас обманул. Нет, никто вас не должен обмануть, потому что вы должны научиться разбираться, что такое партия, что за люди, грамотные они или нет. Поэтому я хотел бы сегодня подробно это все озвучить. Итак, партия заявляет, что борется за власть. Партия объявляет своих лидеров по тем или иным разным направлениям. Партия, очень важно, имеет свой устав. И члены партии придерживаются жестко требований устава. В партии могут участвовать только те, кто жестко разделяет, считайте, все позиции, которые партийные программы будут публично озвучены. И партия обязательно участвует на выборах. Обязательно. Если на выборах она не участвует, это не партия. Партия имеет своих представителей практически по всей стране. Это тоже обязательная модель, когда разворачивает партия свою деятельность. Она борется за голоса избирателей. То есть партия – это более жесткая система управления. Партии обычно проводится съезд. Съезд выбирает органы управления. То есть механизм работы партии очень жестко и четко прописан. И он классический во всех странах мира. Это практически одинаковая структура. И когда мы заявляем, что мы не партия, а политическое движение, это как раз связано с тем, что мы не имеем возможности развернуть сеть филиалов по Казахстану. Мы не имеем жесткого устава, мы не имеем жесткого органа управления, мы не говорим, что мы будем участвовать в выборах, более того, мы говорим, что в выборах не будем участвовать. Все те, кто заявляет, что мы не будем участвовать в выборах, даже в такой авторитарной системе, они неправильно себя позиционируют как партия. Это просто, к сожалению, извините, отсутствие грамотности. Вот. Поэтому мы все должны быть образованными, грамотными. И когда кто-то выходит и заявляет о, скажем, политическую программу, она должна быть, безусловно, грамотной, потому что партия борется за власть, партия приходит к власти, партия ведет страну. Если платформа партии неграмотная, если люди необразованные, неграмотные, если эти люди неправильно не понимают, что такое экономика, не умеют считать деньги, они только страну могут вернуть в хаос. И завтра
Вы, как избиратели, должны это выявлять и должны свой голос отдавать именно тем, кому вы реально доверяете, верите их способность управлять страной. И вот я вижу, люди задают вопрос про Центробанку. Я еще раз говорю, я хочу, чтобы наши сторонники были грамотными и образованными. Сегодня у нас тема эфира. Мы обсуждаем партии, движения, мы не обсуждаем Центральный банк. Люди, которые не по теме задают вопросы, это, к сожалению, тоже не показывают свой низкий уровень культуры. Я еще раз хочу озвучить, наши админы регулярно говорят, необходимо нам всем сконцентрироваться на теме эфира, тогда это действительно будет от него польза и толк. Вот. Ну и дальше я добавлю по Центральному банку. Центральный банк, он не частный, он государственный. Центральный банк проводит денежно-кредитную политику. Тоже все есть в интернете, ребята. Все вопросы, которые связаны с избирателями, тоже не относятся к теме эфира. А кто не может получить ответ на вопрос, есть очень простой ответ. Все будет как в ведущих странах мира. У них мы просто автоматически переймем принципы управления во всем. Вот посмотрите в интернете, как избирательная система устроена в мире. Получится следующим образом. В течение 6 месяцев будет работать временное правительство. В течение 6 месяцев граждане будут иметь возможность создать партии. И мы, лидеры демократического движения, именно демократического выбора, мы будем создавать, регистрировать отдельно партию «Демократический выбор Казахстана», где будут озвучены четко программы, более четче, чем сейчас есть в нашем движении. Основные параметры, безусловно, будут там, но будут еще четче. Мы сразу объявим о лидерах партии, мы сразу же объявим, кто на какие посты будет претендовать, кто будет министр финансов, кто будет министр экономики. Мы будем разворачивать сеть филиалов по всей стране в течение 6 месяцев. Мы будем убеждать наших избирателей голосовать за нас, за партию «Демократический выбор Казахстана». Но в течение 6 месяцев будет у власти движение «Демократический выбор Казахстана», точнее ее представители, временно исполнять обязанности, временно. Настоящая борьба начинается в течение 6 месяцев. Борьба за власть, борьба за голоса избирателей, за борьба за места в парламенте, за тем, чтобы парламент большинством голосов выбрал нашего премьер-министра, наших министров, именно чтобы наша партия победила на выборах. Вот к чему мы будем стремиться. Невозможно сейчас за пределами Казахстана иметь партию, потому что партия должна иметь филиалы по стране, партия должна бороться за власть. Партия, когда за власть борется, она должна участвовать в текущих выборах. Это классическое определение понятия партии. Поэтому партии за пределами страны просто не могут существовать. Даже их нельзя называть партиями. Тем более, если она не борется за власть. Тем более, если этих партий не озвучены имена лидеров, это не партия, это вывеска. Если кто-то присоединился к чату только сейчас, то вы должны знать, что когда в незнакомое место попадаешь, ты по сторонам смотришь. Вот, и думаешь, куда я попал, что я делаю, все прислушиваюсь. А так не бывает такого, что ты заскочил, сразу начал там что-то говорить. Вот, поэтому это вам, кстати, тоже элемент обучения. Забежали, неважно как, случайно, вы внимательно слушаете, оглядываетесь. А если вы там, что называется, не знаете правила движения, не знаете, что светофор, в город вас случайно закинули, если вы так сразу начнете выбегать на встречную полосу, вас снесут. Поэтому это же нормальный инстинкт самосохранения любого человека, когда попадаешь в незнакомое место, изучаешь, вникаешь в правила, правил поведения, что говорят, а потом уже, разобравшись, начинаешь участвовать в работе этого чата. Поэтому, извините, что вы попали вот под такой эпитет. Вам, наверное, необразованности не нужно стесняться. Это наша жизнь, жизнь этой политической системы, режима Нурсултана Назарбаева, который не дал возможность людям учиться, получить нормальное образование. Стыдно, если у тебя есть возможность обучаться и не образовываться. И будучи неподготовленным человеком, сразу поучать людей. Поэтому сейчас в нашем чате действительно очень много людей уже подготовленных, и они были неподготовлены многие.
а теперь уже подготовленные. Поэтому не нужно стесняться, что вы не были подготовлены, нужно стесняться того, что вы не подготовлены, выскочили и начали людей учить. Вот. Давайте вместе послушаем, поучаствуем в дискуссиях, обсудим, что такое партии, политические движения, заглянем в интернет, и после этого, когда вы немножко подтянетесь, можно уже спорить и говорить аргументированную позицию, а не просто вот от себя что-нибудь, чтобы сказать просто. И таким образом мы в течение 6 месяцев будем создавать партии, мы будем публиковать программы. Я сейчас хотел бы теперь откомментировать многие вопросы по партии ЖУСАН. Это ваш выбор, где участвовать и так далее. Но я вам просто на примере программы этой партии, так называемой, это не партия, вывеска, что партия. Я вам объяснил, что партия должна бороться за власть, партия должна участвовать в выборах. Если партия не участвует, если нет жесткого устава и все прочее, это все можно в интернете найти. Вот, то это не партия. К сожалению, люди, которые говорят, что мы партия, оппозиционная, единственная, они просто неподготовленные люди. Им надо просто читать побольше, действительно, в интернете, куда они всех отсылают. Ну и, наверное, в нашем чате поучаствовать, чтобы послушать, как на самом деле функционируют партии и общественные организации вроде политических движений. Вот смотрите, мы заявили о создании общегражданского движения «Демократический выбор Казахстана» 20 апреля 2017 года. И что мы взяли в качестве цели? Мы хотим консолидировать здоровые силы в обществе казахстанском и провести коренные демократические преобразования в стране. Мы объявили, что будем добиваться следующих преобразований в политической сфере. Это ликвидация должности президента, установление парламентской республики, независимость судебной системы, независимость, и реформы правоохранительных органов, защита прав человека и так далее. Здесь свобода создания объединений, профсоюзов и партий. Посмотрите. И реформы мы в социально-экономической сфере. Очень важно. Мне сейчас эти вопросы задают. А как будет работать избирательная комиссия? А как будет следующее что-то? Вот если вы откроете программу общегражданского движения «Демократический выбор Казахстана», вы все это найдете и прочитаете. Очень важно действительно знать программы тех или иных объединений. Очень важно. Тогда, прочитав, вы поймете, это реально, нереально, обманывают вас, не обманывают. Люди, которые предлагают, это грамотные, можно ли им доверять. Действительно, они выведут страну на передовые позиции. Очень много можно почерпнуть из чтения просто программы. Ну, раз мне задают вопросы по Садыковым, давайте по поводу партии ЖУСАН. Могут ли они в будущем претендовать в выборах? Про будущее я ничего не буду говорить, я уже сказал, что это не может быть партией, потому что партия должна иметь сеть, должна быть в Казахстане, участвовать в выборах, претендовать на власть. Партия должна претендовать на власть, а если партия не претендует на власть, то это не партия. Если партия заявляет, что не будет участвовать на выборах Казахстана, то это не партия. Партии не могут финансироваться из-за рубежа. Партии регистрируются внутри страны, именно как партия регистрируется внутри страны, обязательное условие. Партии в любой стране, ее цель и назначение – бороться за власть. Именно бороться за власть, чтобы затем реализовать свои программы, программы политических и экономических реформ. Если партия не борется за власть, если партия не заявляет своих лидеров, если партия не имеет инфраструктуру по всей стране, если партия не имеет устава, если партия не имеет органов управления, не имеет председателя и руководителей, членов политсовета, то это опять не партия. Вот. Поэтому я вот сейчас объясняю, в том числе для Айдоса, чтобы он разобрался, что такое партия, внимательно. А то он отослал всех в интернет, но сам, похоже, не почитал ничего. Теперь я хочу продемонстрировать, что такое грамотная программа партии, можно ли доверять, и как вам, просто читая программу, можно определить, адекватные люди предлагают его или нет, можно ли на них ориентироваться, можно ли разделять эту программу. Итак, давайте мы откроем программу партии ЖУСАН.
Ну, читаем. 11-й пункт. Государство гарантирует выплату пособий и пенсий гражданам Казахстана. И дальше. Уровень пособий, пенсий будет не ниже, чем в ведущих странах Европейского Союза. Я вот хотел бы вот взять пока один этот пункт, и давайте мы поймем, насколько эта программа реальная. Ну, вы можете опять зайти в интернет и увидите, что в ведущих странах Европейского Союза пенсии разные. Есть, там идут отчисления, человек работает, в зависимости от своего уровня заработной платы, идет накопление, и затем это влияет на размер твоей пенсии в пенсионном возрасте. Ну и плюс есть гарантированные пенсии, которые выплачивает государство. Так вот, я вам так скажу. В ведущих европейских странах там разный уровень пенсии от 1,5 до 2,5 до 3 тысяч евро, например, в месяц, да? Ну, в таких странах ведущих, на которых опирается и говорит Айдос, это Германия, это Норвегия, это Швейцария. Так вот, там где-то на уровне 2-2,5 тысяч евро. Значит, мы так понимаем, что партия Жусан гарантирует, что пособия, пенсии будут на уровне ведущих стран, то есть 2-2500 евро. Ну хорошо, давайте мы возьмем их цифру 2000 евро. Значит, партия Жусан утверждает, что она, когда она придет к власти, она гарантирует пенсию 2000 евро. Ну давайте мы, ну минимум 2000, потому что ведущие страны даже больше получают. Итак, давайте мы, ребята, с вами проведем простую математическую работу. И вы тогда поймете, насколько эта идея провальная и не работающая в нашей стране, во всяком случае, сейчас. В Казахстане более 2 миллионов пенсионеров, где-то, по-моему, 2100 человек. Ну, возьмем для удобства расчета 2 миллиона пенсионеров. 2 миллиона пенсионеров умножим в среднем на 2000 евро. В месяц получится на пенсии государство должно потратить 4 миллиарда евро. В год где-то приблизительно 48 миллиардов. А если считать в долларах, доллары к евро где-то на 15%, евро дороже приблизительно, там по-разному, 13-14 и так далее, я для удобства возьму 15. Ну, грубо говоря, около 55 миллиардов долларов это будут расходы страны на пенсионеров. Запомните цифру, около 55 миллиардов долларов. А теперь, ребята, я вам дам такую цифру, что бюджет страны, республиканский бюджет страны, колеблется в зависимости от курса 25-30 миллиардов. Ну, возьмем для удобства 30 миллиардов долларов. Бюджет всей страны, который включает и пенсии, и другие выплаты, выплаты на разные мероприятия, оборонные комплексы и все прочее, бюджет всей страны, я вам могу для среднего сказать, что 30 миллиардов долларов. А партия Жусан говорит, что они гарантируют выплату пенсии на уровне ведущих европейских стран. Спрашивается, если бюджет страны всего лишь 30 миллиардов долларов, а пенсионерам нужно выплачивать 55 миллиардов. Откуда взять деньги только на пенсионеров, не говоря об учителях, дорогах и все прочее? Вы видите, да, какой провал? Следующее. В нашей стране свыше 600 тысяч людей, инвалидов, тех, которые должны получать пособие от государства. Это, я вам так скажу, если уровень их не ниже пенсии, да, пенсионеров, то вы просто прибавляете еще приблизительно 600 тысяч умножаете на 2,5, и вы получите в итоге суммарно порядка более 60 миллиардов долларов суммарно уйдет на выплату пенсии и пособий. Понимаете, да? Если говорить о ведущих странах мира. А как это возможно сделать, если бюджет республиканский всего лишь 30 миллиардов долларов? То есть
Здесь 11 пункт, он просто провальный, он просто нереализуемый. Давайте еще дальше 11 пункт развернем. Все нуждающие граждане страны, в первую очередь многодетные матери, инвалиды, будут обеспечиваться жилплощадью. Ну, значит, если государство будет обеспечивать, значит, бесплатно будет обеспечивать жильем. Ну, другого нет, не бывает. Если государство, то оно бесплатно обеспечиваться. Теперь давайте поймем, что значит обеспечить нуждающихся граждан страны. В нашей стране только по официальным данным в очередях на жилье стоит и на землю где-то около 2,5 миллиона человек. В реальности нуждающихся. На самом деле нуждающихся не меньше 4 миллионов. Ну, возьмем в среднем, допустим, 3 миллиона нуждающихся. Да? Умножьте, вот представьте, 3 миллиона человек нужно раздать бесплатно квартиры, обеспечить их. Вы представляете, да, насколько это реально? Если в среднем считать, каждому человеку нужно не менее 20 квадратных метров, нужно обеспечить 60 миллионов квадратных метров. 60 миллионов квадратных метров государство берет на себя обязательство обеспечить. Вот. Чтобы эту проблему решить для 3 миллионов, это минимум 60 миллиардов долларов нужно. Вот представьте, 60 миллиардов долларов жилье нужно бесплатно обеспечить, пенсии нужно вместе с пособием свыше 60 миллиардов. Вот вам более 100 миллиардов долларов, то, что требует эта программа. 11 пункт. А я еще раз хочу напомнить, бюджет страны всего лишь 30 миллиардов долларов. Видите, то есть 11 пункт в принципе невозможно исполнить. Он просто провальный. Это люди, которые написали, они просто написали, даже не подумав. Просто у них нет экономических знаний. Они не знают, сколько у нас в стране пенсионеров. Они не знают бюджет страны. Они не знают, что в рыночной экономике жилье человек покупает. Просто нужно сделать так, чтобы люди получали нормальной конкурентной экономике высокие доходы. И мы, как движение, как демократический выбор Казахстана, четко показали, каким образом наши люди будут получать доходы значительно больше, чем сейчас. Но мы не обещали, что наши люди будут получать мгновенно заработную плату, как в ведущих европейских странах. Мы не обещали, что пенсионеры будут получать сразу, как в ведущих странах Европы. Это нереально. То есть вы видите, что 11 пункт он провальный, его невозможно реализовать. Поэтому это программа уже не действующая. Далее. Возьмем, например, 10 пункт. В 10 пункте написано: природные ресурсы и земля Казахстана будут принадлежать народу. Все ранее приватизированные месторождения природных ресурсов, а также стратегические предприятия будут национализированы. Опять безграмотно, извините за комментарий. Природные ресурсы и земля Казахстана по законам страны, даже назарбаевским, принадлежат государству. Именно государству принадлежат. Народ — это очень абстрактно, они принадлежат государству. Далее. Здесь написано, что все ранее приватизированные месторождения природных ресурсов, а также стратегические предприятия будут национализированы. Ну, во-первых, когда так пишешь, ты должен знать простые вещи. В нашей стране месторождения природные не приватизируются. Ну, просто не приватизируются, потому что по законам страны месторождения принадлежат государству. Другой вопрос, что эти месторождения по контракту на недропользование могут быть переданы на определенный период, до 49 лет, на условиях выплаты бонусов, роялти и так далее. То есть, опять же, к сожалению, люди, которые этот 10 пункт и вообще программу писали, они просто даже не знают существующую структуру государственной экономики. Не знают, что месторождения невозможно приватизировать, что природные ресурсы страны не приватизируются. И вообще нет понятия стратегические предприятия. Здесь говорится, стратегические предприятия будут национализированы. Нет такого понятия. Это на слуху говорят, вот это стратегическая отрасль и все прочее. Это такое, знаете, бытовое. Законодательно, юридически нет понятия слова «стратегические предприятия». Видно, что люди, которые это написали, они даже не понимали вот этого. Теперь, когда политическая структура заявляет о своих целях, в этих целях планируется
сделать то, чего в данном государстве отсутствует. То есть именно для этого цели и задачи. То есть если небо синее, ты же не можешь говорить, я хочу сделать небо синее, если небо и так синее. Если бы небо было черным, а ты его хочешь сделать синим, это твоя цель и задача, сделать его синим. А если оно и так синее, и ты говоришь, я хочу, чтобы небо стало синим, это не становится твоей задачей, потому что небо и так синее. Поэтому я сейчас в этой связи хотел бы процитировать то, что является программой партии Джусан, которая вызывает недоумение. Например, здесь написано, что в Казахстане будет установлено верховенство права и закона. И дальше, обратите внимание, Конституция Казахстана должна гарантировать свободу слова, собрания, объединения, свободу совести. Это насчет неба синего. Существующая Конституция Назарбаева, она гарантирует свободу слова, собрания, объединения, совести, объединения, свободу совести. Она просто гарантирует. Другой вопрос, что она не исполняется. Поэтому стремиться к тому, что уже и так есть на бумаге, это странно. Дальше здесь, например, третий пункт. Граждане Казахстана, достигшие совершеннолетия, имеют право избирать и в избранный орган власти. Ну, извините, у нас даже в назарбаевских законах это прописано. То есть, если эта цель является политической партией, это странно, потому что ну, вот это уже и так есть. Пятый пункт программы. Написано, что партия будет бороться, чтобы итоги, если фальсификация выборов произошла, давление и другие попытки во время периода голосования, что это будет считаться уголовным преступлением и преследоваться по закону Казахстана. Извините, существующий закон об этом и говорит, закон Нурсултана Назарбаева, что фальсификация преследуется по закону. Но мы-то знаем, что это не исполняется. То есть мы должны говорить об неисполнении, а не достижении этого, что вот будет вот так и так. Это в законе написано, что за фальсификацию будет преследоваться в уголовном порядке. Одним словом, если посмотреть программу партии Жусан, она, конечно, вызывает недоумение. Ну просто, к сожалению, люди, которые его писали, имеют просто низкий уровень знаний. Ну, я же вам приводил пример, как можно приватизировать то, что не было приватизировано. То есть все ранее приватизированные месторождения природных ресурсов будут национализированы. Но этого же нет. Месторождения не приватизируются. Или, например, пенсии и пособия будут не ниже, чем в странах Европейского Союза. Вы видите, да, что это в принципе невозможно. Тогда следующий вопрос. Если пенсии будут 2000 евро, а пенсионеры, как известно, должны получать меньше работающих, то есть получается, все граждане сразу должны получать больше, чем пенсионер. Например, 3000 евро, все граждане. Давайте поймем, насколько это реально. У нас работающих граждан около 10 миллионов. Вот представьте себе, 10 миллионов им сразу гарантируется больше, чем пенсионерам. Пенсионерам же гарантируется 2000 евро. 10 миллионов умножьте на 3000 евро, даже в среднем. Вы получите 30 миллиардов евро заработной платы в месяц. Или по году 360 миллиардов евро. Еще раз, бюджет всей нашей страны 30 миллиардов долларов. Откуда взять 360 миллиардов евро? Откуда на пенсии и пособия взять свыше 60 миллиардов долларов? То есть вы видите, каждый пункт этой программы просто бери и ломай. Я это все вам объясняю для того, чтобы когда мы придем к власти, как политическое движение «Демократические выборы Казахстана», и когда завтра десятки партий выйдут со своими программами, вы должны уметь читать их программы и убеждаться, насколько это реально. Теперь давайте мы немного вернемся к программам ДВК. Что говорит программа ДВК? Мы говорим, что государство будет выплачивать не на уровне ведущих европейских стран в течение 4 лет, пока будет работать правительство ДВК, а гарантированная минимальная пенсия будет до 400 евро или порядка 170 тысяч тенге.
не 2000 евро, а до 400 евро. Вы видите, пятикратная разница. Но с чем она связана? Она связана с тем, что мы реально оцениваем размер экономики. Даже то, что мы говорим, вызывало недоумение у людей. Говорили, откуда вы возьмете такие деньги? Не верили. Я объяснял очень просто. Показывал доходы экспортных отраслей, что нефтяники в мире получают в среднем порядка 10 тысяч долларов. Можно зайти в интернет и убедиться, что предприятия, работники сырьевых предприятий, не все, не учителя, не вообще все на рынке не могут получать 10 тысяч сразу. Я сразу акцентировал, что это будут получать работники сырьевых секторов, которые свою продукцию продают за пределы страны, за твердую валюту по мировым ценам. Вот там может сложиться достаточно высокий уровень оплаты труда. Мы не говорим, что сразу гарантируем какую-то высокую пенсию. Мы говорим, что мы первые 4 года ориентируемся на среднеевропейские, даже ниже страны. Это как Латвия, Литва и Эстония. Почему эти страны? Потому что мы одновременно с ними вышли из Советского Союза, и наша задача их нагнать. Это страны, уровень жизни которых в 2,5 раза выше, чем в Казахстане. И наша задача в течение 4 лет нагнать их. Хотя это Эстонии будет не просто догнать за 4 года, но возможно, с учетом наших больших возможностей в нефтегазовом секторе, в сырьевом направлении, в один день получать зарплату на всех уровнях, как в Европе, в ведущих странах, невозможно. Для этого нужно иметь развитую экономику, развитую промышленность, мощную систему образования, мощную систему здравоохранения. Когда мы все это построим, когда у нас будет своя наука, когда у нас будут образованные люди, нам надо все это инвестировать, серьезные средства. Нам нужно строить нормальную политическую систему управления страной. Это гигантская работа. И только тогда мы можем надеяться, что наши граждане будут зарабатывать, как в ведущих странах Европы. Не получится так, что завтра пришел к власти, сразу гарантируешь уровень оплаты пенсии на уровне ведущих западных стран. Это просто смешно. И наша программа, программа демократического выбора Казахстана, показывает поэтапно. Если учителя в Швейцарии получают 8,5 тысяч долларов в месяц, мы не говорим, что придет ДВК к власти и будет получать наши учителя сразу 8,5 тысяч долларов. Откуда взять деньги? Наши предприятия еще не созданы новые, чтобы мы имели такую же выручку, как в Швейцарии, не имели такую же экономику, как они, не сырьевую. Мы говорим, что наши учителя будут получать от 1000 долларов, но сейчас они получают сколько? 100-150 тысяч тенге, порядка 300-400 долларов. То есть с приходом ДВК заработная плата будет от 1000 долларов, то есть 2-3 раза будет выше. Понимаете? Но это реально, я объяснял почему. И даже когда зарплата наших учителей будет от 1000 долларов выше, она будет 8 раз меньше, чем у учителей в Швейцарии. 8 раз. Поэтому, ребята, вы должны четко читать программы и не обманываться. Вы даже можете мне не задавать вопросы, просто слушайте, потом смотрите пункты программы, и вы убеждаетесь, что это низкоквалифицированный материал, что люди, которые это готовили, не обладают определенным уровнем знаний. Если люди не знают простые вещи, как они могут вести в страну, построить сильную экономику, построить сильную политическую систему? Понимаете, да? Это делают очень подготовленные люди, как в любом деле. Мы же не можем говорить, что самолет построят люди, которые вообще не понимают, как строить самолет. Мы же понимаем, что машину, чтобы водить, нужно иметь навыки. И также управлять страной нужны знания, нужны навыки, нужно образование, нужна подготовка. А простые декларации, если они не подготовлены, то мы должны выявить и понять, насколько это все реально, чтобы мы не ошиблись, когда голосовали за них. Мы говорили, что наши программы, они реальные, и мы не получили ни одной дозы критики, потому что ее невозможно критиковать, потому что мы ее тщательно готовили. Нам задавали вопросы, поднимутся ли цены или нет. Я выпустил специальную программу в YouTube, которая объясняет, почему цены не будут расти. Я объяснил, что такое монополия, что такое рынок. Вы посмотрите, специально был выпуск сделан и объяснен.
То есть демонополизация рынков, конкуренция приводит к падению цен, как минимум стабилизации. Вот о чем я говорил. Если кто-то мне говорил, что если зарплаты повысятся, то и хлеб будет там чуть ли не 1 000 000 тенге. Это не так. Зарплаты в Америке высокие, во много раз больше. Но цены на многие товары, которые вы приобретаете, телефоны, вот айфоны, компьютеры и так далее, они такие же, как в Америке, а где-то даже дороже. А это связано с тем, что это конкуренция, это идет массовое предложение, и это снижает цены, стабилизирует. Мы подробно объясняли, и все наши программы, они реальные, они не заоблачные, они реальные в качестве ориентира. Мы взяли не ведущие страны мира Европы, а пока среднеевропейские страны, которые мы планируем нагнать в течение 4 лет работы правительства ДВК. Поэтому, ребята, я отвечаю, вот ответил всем тем, кто мне задавал вопрос по программам партии Джусан. Программы у них, ну, вызывают недоумение. И цели, задачи непонятные. Что называется, зачем ломиться в открытые двери? Или во всяком случае, если ты это хочешь сказать, ты должен правильно формулировать. В-третьих, если ты озвучиваешь его экономическую часть, она должна быть просчитана, не вызывать, скажем, критики такой очевидной. Но здесь, по сути дела, школьник должен был почитать и понять, что это смешная, неправильная программа, она нерабочая. Теперь по партии, вот эта блондинка, я, к сожалению, ее имя забыл, так называемое «Наше право». Ну, я могу сразу сказать, что... Сановар Закирова. Так вот, чисто внешне, если говорить о их программе, она выглядит более грамотно, но тоже, на самом деле, ничего из себя не представляет. Объясню, почему. Во-первых, это ясно, что это подставная партия. Подставная партия, потому что всем известно, что в Казахстане партию зарегистрировать невозможно, если это не партия под контролем Нурсултана Назарбаеву. А если партии позиционируются и говорят, что вот мы пошли на съезд, создаем партию, то ну, очевидно, что это провластная, и власть, если это происходило, то делала сознательно. Теперь давайте разберемся, какая была цель создания этой партии. Вот представьте, что вы грамотный человек, да, знаете, что если бросить вверх какой-то тяжелый предмет, то он обязательно упадет на землю, да. Если вы учились в школе, вы знаете, что есть гравитация, законы притяжения. Но даже если вы этого не знаете, вы из жизненного опыта знаете, если бросить что-то тяжелое вверх, лучше под ним не становиться, упадет на голову, будет очень больно. Так вот, наши граждане в целом все представляют, что в Казахстане партию создать невозможно. Ну, невозможно и все. Если кто-то идет, значит провластно. А если он не провластный, тем не менее идет, то с учетом того, что люди, которые пишут какие-то документы, пишут программу, понимают, что есть Минюст, который регистрирует партии, есть требования к регистрации партии, 40 тысяч человек, сеть филиалов по всей стране, съезд не менее 1 000 человек. Ну, одним словом, эти идиоты, люди не идиоты. То есть, если они умеют читать, знают, что есть Минюст, эти не идиоты. Но если, тем не менее, они это делают, что называется, знают, что на тебя камень сверху упадет, если ты его бросишь, под ним станешь, то, тем не менее, это делают, то за этим нужно видеть намерение. И намерение, прямо связанные с властью. Представьте, для того, чтобы зарегистрировать партию, нужно 40 тысяч человек. Нужно иметь сеть филиалов по всем областным центрам. И на съезд нужно собрать фактически 1 000 человек. Чтобы 1 000 человек приехало с регионов, нужен бюджет. Чтобы эти 1 000 человек приехали и провели учредительный съезд, нужно обработать как минимум в 10 раз больше людей, то есть 10 000 человек. Вот представьте, что некие люди, учредители партии, организаторы, допустим, их там даже 1, 2, 3 человека, решили создать партию. Им нужно поработать с 10 000 человек, чтобы на съезд приехало 1 000 человек. Найти деньги на этих 1 000 человек, дать рекламу. Это огромная работа, чтобы провести работу среди 10 000 человек, во-первых. Во-вторых, с реальными физическими людьми 1 000 человек встретиться, и реально, чтобы эти 1 000 человек приехали на съезд. Вы понимаете, что это невозможно провести тайно, когда спецслужбы
Тут гоняются за синими шарами, за каждыми активистами. И тут кто-то проводит открытую работу с 10 тысяч человек и намеревается провести съезд тысяч человек где-то там в ресторане. Вы понимаете, что это не может быть не под контролем спецслужб нашей страны. Что получается? Получается, что вдруг в назначенный день якобы приехала полиция, якобы в назначенный день, буквально в тот же день, им отказали там, где они собрались, отель, по-моему, отказались, сказали, что там у них электричества нет. Это все происходит в последний день. И эти мифические тысячи человек, они даже не приехали. Они откуда, если они в дороге были, откуда они знали бы, что будет им закрыто помещение, им не дадут возможность это сделать. То есть не было никаких тысяч человек. Спрашивается, для чего же тогда этот пиар делался? Для чего полиция устраивала клоунаду, блокировала машину и так далее? Вы должны себе задать вопрос. Все было очень просто. Власть хотела оппонентов власти, якобы оппозиционеров, сделать идиотами. Испуганными, запуганными, беспомощными. Они эту женщину, блондинку, просто запугали, запинали. Она там пряталась, там что-то ныла. Вот чего они хотели. Они хотели показать, что власть сильная, что она любого задушит. И поэтому сидите тихо и не высовывайтесь, не выходите на митинги, никуда. Она запугивала, во-первых. Во-вторых, из людей несогласных властью делала трусов и идиотами. Понимаете, да? Вот была какая цель. Невозможно тысячу человек проговорить, чтобы эти тысячи человек не получили предупреждения, чтобы к ним не пришла полиция, чтобы на них не было оказано давление. Вы видите, вы же на примере ДВК это видите. А вы видели, чтобы тысячи человек жаловались? Вы видели, что 10 тысяч человек 2-3 месяца назад сообщили, что предполагает создание такой партии? Не было такого, правильно? Ну и раз не было, это значит, было в кабинете, в Комитете национальной безопасности нарисована вся эта модель создания видимости, что вот есть партия, вот якобы их власть сразу придушила, запугала, а это неадекватные люди вытащили какую-то женщину-блондинку, которая выглядела беспомощно, неграмотно. Таким образом, они оппозицию представляют идиотами и слабыми людьми. Вот в чем суть этого проекта была, создание так называемой партии. И вы почитаете программу так называемой этой партии, тоже поймете, что это обычный там мусор написан. Поэтому, уважаемые друзья, когда будет создано временное правительство ДВК, мы дадим свободу. В течение 6 месяцев любой из желающих может организовать партию. Любой. И вы, избиратели, должны быть грамотными, чтобы в парламент страны действительно попали люди, болеющие за страну, чтобы они были не коррупционерами, чтобы они были умными людьми, потому что именно они будут организовывать строительство нового Казахстана, сильного, политически сильного, экономически. Они будут принимать законы, которые позволят быстро избавиться от прошлого, этого коррумпированного режима. И именно тогда, когда вы будете грамотно избирать депутатов, именно тогда мы можем надеяться, что у нас будет сильное правительство, у нас будет сильная страна. И поэтому вы сейчас должны быть грамотными, понимать, что такое общественное объединение, что такое партии, какая их цель. Вы должны уметь читать программы, вы должны определять, настоящие люди или нет. Не просто слушать заявления, что они единственная оппозиция и так далее, а в реальности смотреть по их делам, по их действиям. Сейчас, когда говорим, что демократический выбор Казахстана – единственная политическая сила, которая реально оппонирует режиму, мы это стали произносить совсем недавно. После почти года борьбы, почти года преследований, когда на этом политическом небосклоне не было организовано ни одной силы, которая реально боролась с режимом. И то, что мы реально влияем, вы видите. Потому что именно наши эфиры эта власть отключает. Потому что именно нас власть преследует. Именно наших сторонников с голубыми шарами преследует. Именно наши митинги обкладываются, ставятся баррикады, ставятся отряды машин. Именно наших сторонников на тротуарах вылавливает эта власть. Больше нет ни одной политической силы, которая бы боролась таким образом. И больше нет ни одной политической силы, чтобы власть не мобилизовывала все силовые структуры против нас.
Нет больше ни одной такой структуры. И когда кто-то заявляет, что мы единственная политическая сила, это еще раз говорит о неадекватности этих заявлений. Знание всего этого, понимание позволит вам в будущем правильно выявлять те партии, которые вы можете поддерживать, тех людей, которых вы можете поддерживать. Вы должны стать грамотными и образованными. Только грамотные и образованные люди могут построить сильное независимое государство. Потому что сильное государство строится на сильной экономике, на сильных людях. И вот мы в этом чате закладываем основы, основы и культуру определения своего, свою партии и своего пути, будущего пути государства. Таким образом, я на примере вот этих двух так называемых партий вам объяснил, что такое партии, что такое общественные движения, почему мы, как политическое движение, объединяем разных сторонников, в том числе представителей разных партий, красных, некрасных, представителей рыночной экономики, нерыночной экономики, любых. Потому что главная наша цель – это демонтаж нынешней политической системы и построение демократического государства. Это главное. И в этом мы объединяем всех самых разных интересов, политических взглядов. Будет у нас красное государство, как бы коммунистическое, или оно будет рыночное, как Америка, или более социально защищенное, как некоторые европейские страны, так называемые левые социал-демократы и так далее. Мы объединяем всех, потому что сейчас смена режима является главным фактором освобождения страны и построения новой экономики, чтобы мы в этой политической борьбе завтра на выборах могли бороться за голоса избирателей. Уважаемые друзья, я сегодня объяснил все. Теперь давайте мы вернемся к митингу 22 марта. 22 марта в 11 часов дня местного времени Западный Казахстан отличается от Астаны, но они тоже выходят в 11 часов на митинг по своему местному времени. Наши админы сегодня сбрасывают вам маршруты, по которым сначала идет шествие, и наши сторонники попадают на площади, где будут организованы митинги демократического выбора Казахстана. Основные требования. Первое. Мы сформировали так называемый материнский пакет требований. И админы сегодня разбрасывали, и я надеюсь, сейчас тоже вбросят материнский пакет. Это первое. Второе. Кредитная амнистия. И третье. Мы требуем свободу Серижану, которого вчера задержали, и он находится под домашним арестом. И чтобы наша страна предоставила политическое убежище, беженки из Китая, Сайрагуль, нашей соотечественности. Вот мы требуем. У нас три основных требования, которые мы будем озвучивать на митинге. Друзья, давайте собирать наших сторонников. Вы видите, что в мире происходит. Видите, что в Алжире в результате того, что десятки тысяч людей вышли на улицы, миллионы, не было никакой войны, не было никаких жертв. Да, полиция газом, значит, слезоточивым обстреливала. Но в итоге, вы посмотрите, нынешний президент заявил, что на выборах в апреле участвовать не будет, что сейчас будет создана национальная конференция, и он уйдет. Это было достигнуто за счет массовых выступлений. Миллионы вышли на улицу. Здесь сразу пришла партия. Как финансируются партии? Партии всегда присутствуют внутри страны. За пределами страны партии не бывает. А если бывает, то партии в изгнании – это отдельное. Они тоже борются за власть, имеют внутри сторонников. Но это те партии, которые были зарегистрированы, да? А партии обычно финансируются за счет взносов граждан страны, за счет пожертвований внутри страны. Это все изнутри. Иностранцы не финансируют обычно партии. Это всегда прописано во всех законах страны, в любой страны, Америки или Европы и так далее. Почему? Потому что партия борется за власть. Партия озвучивает своих лидеров. И эти лидеры завтра становятся премьер-министром, министрами. Сразу партия обычно сразу заявляет, чтобы избиратели знали,
поддерживают ли они этих людей или нет, поддерживают эти программы или нет. Вот так устроены партии. Мы сегодня окончательно утверждаем места шествий. С завтрашнего дня будут плакаты, и в течение ближайших нескольких дней выйдут еще видео. Поэтому просьба, ребята, распространяйте эти видео, делитесь, приводите своих друзей, знакомых, и мы в этом году должны добиться такого же успеха, как добились алжирцы. Алжир на наших глазах добился успеха. Буквально за последние 2-3 недели произошли кардинальные перемены в стране. Вы же видите, и правительство ушло в отставку, и нынешний президент сказал, что он будет сдавать позиции. Он, конечно, еще будет хитрить, но уже не получится, потому что алжирцы уже добились победы, и они его, эту победу, не отдадут никому. Мы не партия, мы сейчас как политические движения. Политические движения тоже живут на взносах. Мы сейчас никакие взносы не собираем. Наступит время, будем собирать. Сейчас пока в этом нет необходимости, но, возможно, скоро и будет. Итак, вы все знаете, что митинг состоится 22 марта. Это не рабочий день. Мне в личку разные люди пишут, предлагают разные даты, говорят, не рабочий день. 22 марта – это не рабочий день. На шествие и на митинг мы выходим с голубыми шарами, с голубыми шарфами, в голубой одежде. Мы выходим с государственной символикой, с государственной символикой, флажками Казахстана, с знаменами Казахстана. Мы используем государственную символику. Мы делаем так, выходим на шествие таким образом, чтобы полиции не было возможности нарушить закон, чтобы мы не могли обвинить, что наши сторонники нарушили закон. Более того, они будут нарушать закон. Это у нас будет возможность подавать на них суд. Это в результате незаконных действий со стороны полиции Казахстана вы увидите. Безусловно, будет международное давление, притом очень сильное. Сейчас по итогам 27 февраля ОБСЕ сделало заявление, выразили недовольство, что незаконные задержания были. Amnesty International объявила, что были незаконные задержания. И эта ситуация с незаконными действиями 27 февраля, вы видите, скоро отразится в различных заявлениях европейских международных структур. Это произойдет буквально в ближайшую неделю. У меня здесь спрашивают, можем ли выходить с плакатами с требованием отставки Шала. Ребята, мы сейчас выходим с экономическими требованиями. Я знаю, что многие наши сторонники, они не понимают, что причина всего того плохой жизни наших граждан является в первую очередь коррумпированный режим Нурсултана Назарбаева. Они пока боятся заявлять политические требования, как это произошло в Алжире. Но они это сделают. Когда на улицах города будет тысячи и десятки тысяч, лозунг «Шалкет» будет главным требованием протестующих. Главным требованием. Сейчас нам важно объединить протестующих, у которых есть общие требования. Я уже говорил, что в нашей стране около 10 миллионов человек имеют потребительские и ипотечные займы. И требованием ДВК является их списать. Азербайджан сейчас списал на крупную сумму, которая затрагивает более 800 тысяч человек. Недавно Грузия списала кредиты. На более чем 600 тысяч человек эта программа затрагивает. Я хочу вам сказать, что это бедная Грузия. Это так себе по развитию Азербайджан, который нефти добывает в 2,5 раза меньше, чем Казахстан, который не имеет ни урана, не имеет таких запасов ни алюминия, ни бокситовых руд, ни ферросплавов, ни многого другого. Но тем не менее и Азербайджан, и Грузия это сделали. Таким образом, под программу ДВК попадает около 10 миллионов человек, которые имеют такие кредиты, кабальные кредиты, которые они были вынуждены брать, потому что у них низкая заработная плата. Когда к власти придет демократический выбор Казахстана, заработные платы поднимутся в несколько раз только потому, мы просто существующие доходы, которые уже сейчас есть, перераспределим внутри, среди всех граждан страны. Они, как сейчас происходит, уходят вверх политической верхушки. Поэтому мы будем надеяться, что наши сторонники придут из именно пакета требований, связанных с списанием кредита. Это первое.
Второе. Мы говорим о материнском пакете требований. Это и бесплатные среднеспециальные высшие образования. Это для студентов стипендии не менее 50 тысяч тенге. И 30 тысяч тенге на того, чтобы студенты могли арендовать жилье. Также мы требуем, чтобы было бесплатное школьное питание для первых и четвертых классов. Практически детей наших таких в стране более 5 миллионов. И, соответственно, их родители. То есть вы понимаете, когда мы выдвигаем эти требования, бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях, бесплатное государственное образование, высшее и среднеспециальное, мы затрагиваем интересы всех граждан страны. И таким образом наши программы затрагивают интересы миллионов. И наши требования – свободу Серикжану, нет депортации Сайрагуль. Они, эти программы, тоже затрагивают интересы нашей нации. Наши соотечественники подвергаются давлению и пыткам на территории Китая. Они бегут оттуда, и мы не должны их выдавать, не должны позволять, чтобы этот режим их преследовал. Мы должны им дать защиту. Я думаю, это наш долг всех граждан страны. И поэтому это третье наше требование, которое мы будем выдвигать 22 марта. Итак, маршрут есть, дата есть. Время тоже. Реклама вышла и будет выходить. Теперь дело за вами. Открывайте ячейки. Вы видите, как в других странах люди добиваются успеха. Это реальность. Никакого сопротивления, никакого войны, никаких баррикад. Именно мы добиваемся перевеса. Приводим от акции к акции тысячи и десятки тысяч людей. И в конечном счете мы добиваемся успеха, потому что это власть полностью дискредитировала себя, она не пользуется поддержкой народа. 22 марта выходим на митинг, выходим на шествие. На сегодня я свой эфир завершаю. Хочу предупредить, проинформировать вас, что об митинге 22 марта мы распространим информацию по всему миру. Это вы должны быть в этом уверены. Слава вам, до встречи в следующем эфире.